видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 9. Урок 27. Реши уравнение. x минус 358 равно 510. В данном уравнении у нас неизвестно уменьшаемое. Для его нахождения мы должны сложить вычитаемое и разность, то есть к 510 прибавить 358. Складываем столбик. 0 плюс 8 будет 8, 1 плюс 5 – 6, и 5 прибавить 3 будет 8. Ответ – 868. Наше уменьшаемое равно 868. Второе уравнение. x плюс 502 равно 934. В данном уравнении у нас неизвестно первое слагаемое. Чтобы его найти, мы должны от суммы 934 отнять второе слагаемое – 502. 934 отнимаем 502 в столбик. 4 минус 2 вычитаем единицы – 2. 3 минус 0 вычитаем десятки – 3. 9 минус 5 – 4. Ответ 432. Это наше первое слагаемое. Третье уравнение. 846 минус x равно 13. В данном уравнении неизвестно вычитаемое. Чтобы найти вычитаемое, мы должны от уменьшаемого отнять разность. 846 отнять 13. 6 минус 3 будет 3. 4 минус 1 будет 3. И 8 сносим. Ответ 833. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.